Сегодня в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Впервые в осенне-зимний месяц и проводятся соревнования, которые проводятся раз в 4 года. В чемпионате, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря, примут участие 32 команды. Чемпионат будет проходить на 8 стадионах в Катаре. Их вместимость начинается с 45 тысяч и достигает 80 тысяч. 7 из 8 арен были построены специально для этого турнира. На этих аренах лучшие команды мира проведут 64 матча. Это будет последний чемпионат мира, в котором примут участие 32 команды. А в 2026 году США, Канада и Мексика организуют совместный чемпионат, где сыграют 48 сборных команд. Победившие в мундиале назначено вознаграждение в размере 42 миллионов долларов. Первая игра турнира пройдет между командами Катара и Эквадора. А финал состоится 18 декабря на стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей. Отметим, что на нашем канале уже месяц проводится обзор игр чемпионата мира.